Дорогие друзья, всем привет! Кот Наркот создал свой клан, 1xbet хочет его вывести в топ. Пока что для вступления надо 0 трофеев, хэштег на ваших экранах, читайте шапку, там что, высокие коэффициенты, большие выигрыши, самый надежный букмекер, ссылка в описании. В общем, вступайте в этот клан, хэштег на ваших экранах. В общем, ребят, я 2900 взял, но правда было трудно очень, потому что с королевским гигантом пока не прет. Проигрываю пеком, фриз, там вот это все-все-все. Не получается играть королевским гигантом, возможно из-за того, что он 8 уровень. Но я взял обратно пеку, кладбище и фриз. Вот. В принципе, то, чему я проигрывал, я себе взял. Попытаюсь сейчас поднять 10-ю арену. Это же 10-я арена, ничего тут не изменилось. Да, это 10-я арена. Попытаюсь сейчас поднять без поражений. После этого там будет интересная спецсуха. Надеюсь, ее куплю на видос. Сейчас все получится. В общем, ну что, прожмите лайк, подписочку. А, и кстати, я сегодня буду стримить основу свою. Там будет испытание с яростью. Но буду стримить не на этом канале, потому что на этом канале отключили стримы мне на 3 месяца. Если не включат их обратно, то ежедневно будут стримы по ссылочке в описании. Там мой канал второй. Подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. Там будут ежедневно стримы по Clash Royale. Завтра я буду снова апать Хабиба. Если, конечно, сундук фортуны будет интересный. А сегодня там будет основной аккаунт. Стрим по основному аккаунту. Буду проходить испытания. Буду апать глобал. Короче, ребята, ссылка в описании. Буду каждый видос рекламировать, потому что не все еще зрители в курсе, что стримы теперь не на этом канале. Вот. Поехали, поехали. Так. 9 уровень. Фриза нету, блин, конечно, печально. Но я думаю, что можно кладбище рискнуть. Сейчас мега миньон подлетит. Мы еще там по-любому сейчас будет какой-то мусор. Ах ты, блин, валькирия. Так, ну слушайте, ну poison, poison, да? Poison ведь? Да, ведь это poison. Poison неплохо, так. Ой, господи, господи, что делать сейчас? Давайте мега миньоном дефаться. Используем разряд. Ну, в принципе, это минимальные потери, которые я мог бы понести. Мне кажется, я слишком поверил в себя и много карт потратил. Блин, вебка что-то, мне кажется, немножко. Тут постоянно рамку меняю, и положение вебки постоянно разное. Так, ну я думаю, что стражи вот кинем на этого дядю. Нифига себе, бля. Фух, отлично. Так, сейчас выстрел потратит спарки. Сейчас даже второй. Второй? Эть? Блин, и по всем скелетам, ну как тебе не стыдно? И, по-моему, она сагрилась на ведьму, нет? Нет, отлично. Был слит разряд, но... В этот раз... Спарки... Да чё? Офигеть. Так, я выкину кладбище, приготовлю фриз. Давай, 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 чем будешь дефать? Мушкетера мало, мушкетером не задефаешь. Вот сейчас нормально, оп, фриз. И здесь poison. Poison, чтобы этих всех юнитов уничтожить. Прикольная многоходовочка. Мне нравится эта колода, на самом деле. Слушайте, прям аж интересно стало. И может быть, я в процессе этого проекта сменю колоду. Не, или возьму эту деку на следующий проект. В общем, фриз кладбище сейчас тоже, кстати, актуально. А на низких кубках это вообще прям неждан. Так. Ну, против спарки, в принципе, что? У меня стражи, разряд, ведьма, фриз, да? Как бы, все хорошо. Так, давайте, я думаю, что мы сейчас можем сделать классную, класснючую атаку. Вообще, смотрите. Вот так, оп. Всех там накрываем, короче. Они там сейчас все будут, как в этом, в кипятке. Плюс мы туда закидываем poison, и все там на этом же месте сдохли. У меня еще есть пека. Сейчас вот, наверное, в самое время ее выбросить. Так. Вышку мы еще не снесли. Так, здесь у нас мегамуха. Здесь у нас мегамуха. Здесь кладбище. Так, прекрасно. И нам надо сейчас последний раз накрыть фризом. Хотя нет, не будем накрывать, потому что и так минус вышка, минус мушкетер. Эх, вообще изи каточка. До этого было сложнее, ребят, правда. Даже с пекой играл, было сложно. Но с королевским гигантом вообще unreal, честно. Лучницы, во-первых, там слабенькие у меня, слабо прокачанные. Вместо лучницы хрен его знает, что взять. Да и в целом там вся колода так себе, по минимуму. Королевский гигант 8 против пеки вообще не стоит. Блин. Забудьте, это фраза, это прям аж... Не надо только вырезать из контекста, окей? Так, 8 уровень. Ну, мой разряд, по идее, все гоблинские бочки на этих кубках убивает. Разряд, да, разряд у меня прокачан шикарно. Так, есть у нас poison, есть у нас кладбище, есть у нас фриз. В принципе, так. Я думаю, что почему бы и нет, да? Можно кинуть кладбище. Сейчас ждем там какую-то орду миньонов. Смотрите, фризим.
И еще накрываем ядом. Еще накрываем ядом, чтобы добивать ведьму окончательно и армию скелетов. Блин, жалко вот, что гигантский скелет только не сдох. Ну, сейчас мега-миньон ему там пару щей даст. Плюс мы, наверное, попробуем вот так вот стражами. До дракона достает вышка. Да вообще, все прекрасно. Пока все идет по маслу, отключил видосик. Бывает наоборот. Бывает до видоса легко, на видос сложно. Сейчас наоборот, до видоса было сложно. Включил видос пока что более-менее. Хотя... Тихо. Так, все, хорошо. Хотя вот урон в конце так вот этой атаки прошел. Так, ладно. Я думаю, что повторим, да? Я думаю, можно повторить. Ставим мега-миньона. Готовим кладбище. Снова то же самое. Ну, я думаю, что... Только надо сейчас выбросить так кладбище, чтобы гигантский скелет тоже получал урон. Так, пошло кладбище. Опа, фриз. Отличный. Словил вообще... А чё этот призрак-то в стелсе остался? Вы представляете? Охереть, я не знал, что он... Да, он пока не появляется. Но фриз его не выводит из стелса, это плохо. Так, ну что, здесь армия скелетов... Ой, эти каких, ну вы поняли. Лол! Фух, жесть, тихо. Класс, жесть, фух, класс, лол, кек. Вот это словарный запас, да? Блин, я думал, просто сейчас гигантский скелет дойдет к вышке. Блин, опасно все равно. Слушайте, так, ставим ведьму. По эликсиру. Надо что-то делать. Пека срочно нужен. Вот так вот за этим всем пик. Блин, конечно, желательно сначала колдуна было. Ладно, здесь у нас poison. Минус колдун. Ай, хорошо. Бля, ведьма. Так, хорошо. Мне еще везет в том, что запом хотя бы убиваю гоблинскую бочку. Если бы я запом не убивал бочку, я бы тут, наверное, все-таки проиграл, потому что 700 хп он мне оставил. 20 секунд осталось, но я уже ему не дам продамажить. Я вышку ему снес, все прекрасно. У меня фриз есть еще для подстраховки. Сейчас, смотрите, можно кинуть просто туда пеку, вот так вот пеку, и накрыть это все фризом. И оп. Все, через фриз он сейчас всех уничтожит. И опять же, смотрите, козырь в том, что оп, и разряд убивает бочку. Если бы не разряд прокачанный, проиграл бы. Да, пацаны, все-таки тут, как ни крути, на этих кубках все равно решает прокачка. Очень сложно решать скиллом. Вот, потому что, ну, блин, 2-3 уровня разницы, это большая разница. Большая разница и, короче так. Так, окей, 10 уровень нам подбирается. Давайте, короче, здесь у нас ведьма. Блин, палач-дракон. Ладно, не пылим, все хорошо, у нас пека сейчас есть, все хорошо. Сейчас, палач, только подойди поближе. Дрик, замечательно. Так, что дальше? Разряда, ой, этого у нас нет. Оу, пека, ой, фак, какая пека. Спарки, эть, хорошо. Давай, отлично, еще бы одну тычку, нет, все, урон пошел по вышке, ну, тоже неплохо, можно накрыть ядом, и я думаю, что надо накрыть ядом, потому что надо накрыть ядом, без всяких вопросов, ребят, что вы вопросы сразу задаете, зачем накрывать ядом? Так, все, отлично, задефались, прикольная инферно со стороны соперника, так, получается, это тоже, скорее всего, победа. И нам останется одна каточка. Ну, сколько там у меня? 40 кубков, да? Ну, 40 кубков не дадут. Сколько максимально кубков вообще в этой игре давали за победу? По-моему, 36, да? Что-то такое. Или было все-таки 40? Не, 40 кубков не было такого. Или было, блин. Рекорд. Какой, ребят, рекорд вообще мировой вот по игре Clash Royale вы видели в интернете за победу? Ну, по-моему, был все-таки рекорд такой, что там 40 кубков дали. Или я ошибаюсь? Не, по-моему, был все-таки такой рекорд. Но это один раз так было, глюкануло что-то там или что, я не знаю, в системе, блин, сбой пошел. Так, здесь poison. Так, все, сейчас под ядом тут все потихоньку откиснут. Все, да, все, отлично, все, умирайте. Ить, хорош. Опа, так, тут стражи. Главное, правильно кинуть стражи. Все, ребят, я даже постараюсь сделать так, чтобы он мне не нанес урона, если у него нет заклинаний, конечно. Прикольный такой вот челлендж сейчас, чтобы соперник мне не нанес урона. Так, ставим пеку. Вот где-то вот с этой клеточки. Так, дальше у нас на спарке мегамуха. Так. И ведьму с краю карты. Все, осталось 40 секунд. Блин, конечно, еще много.
Я его, конечно, мог бы уже успеть снести на две короны, но так как я себе вот кинул такой вызов, чтобы он не нанес мне урон, опять же, если у него, конечно, нет заклинаний. Давайте сольем разряд, потому что нам надо прокрутиться до чего-то, вот до пеки, например. И слушайте, я даже сейчас, более того, что не пропущу урона, я сейчас попытаюсь еще снести его на три короны. Ай, урон пропущу, у него шахтер. Ну ладно. Так, здесь фризим. Здесь фризим. Ну, хотя бы на три короны его снести. Так, здесь разряд. И это трешка. Вот жаль, что не дают больше кубков в зависимости от того, насколько снес ты корону. Ну, вот, например, на одну корону там такое количество кубков. На три короны больше. Вот, 10 кубков осталось, поехали. Вот, и никаких плюшек нету, да, за то, что ты на одну корону, на три. Ну, это только когда набиваешь краун чест, ну, блин, такое себе, да. Я считаю, что это надо добавить, какие-то плюшки, чтобы мотивация была сносить на три короны. А то бывает такое, одну корону снес, и все, и типа забил. Так, окей. Ай, не угадал сторону, друзья, что же делать, как быть теперь, а? Как жить? Ладно. Посмотрим, будет ли он подкидывать что-то к ведьме. Ага, все, ничего не подкидывает, значит, ставим пеку на правую сторону. Здесь мегаминьон, летучих мышей быстро уничтожаем. Это голем. Так, сейчас готовим фриз, я думаю, что можно снести сразу башню ему. Сейчас, хотя стоп, забросим лучше кладбище вместо фриза. Будет гораздо лучше, да, оп, минус валька. И смотрите, сколько там юнитов, там уже офигеть, минус вышка. Будет контрить скелетом, не будет. Давайте за фри... Ай, сука. Ладно. В принципе, его поизон тоже сравнял счет по эликсиру. Но я бы сейчас был бы в офигенном плюсе, если бы не кинул фриз. Ну ладно. Зато минус вышка. Так, так. Ну что, на три короны ломаем его, друзья. Или на две. В принципе, смотрите, он сейчас поизон слил. Если я успею прокрутиться быстрее до кладбища, нежели он до поизона, то... я смогу снести его на три короны. Он все равно ставит ведьму с другой стороны. И мне кажется, это его ошибочка. Так, ставим пеку. Забиваем на его сторону, идем на три короны. Там варварская бочка. По-быстрому сносим. Так. Так, хорошо. Я не дефаю ведьму, напоминаю. Я ее не дефаю. Так, минус валькирия. Так, туда закидываем еще кладбище. Ну, по идее, уже у него есть поизон. Но там пека, там мегамуха. Сейчас еще фризану. Я думаю, что это трешка. Все, ребята, изи-пизи. Ну, блин, с этой колодой пока что попроще. Вот, попроще. Но я все равно буду продолжать с Коргигантом на этом твинке. Итак, 31 кубок. И Хабиб в легендарной... На легендарной арене. Раньше это была легендарная арена. Сейчас это такая баня-гора. 10-я арена. Давайте посмотрим, что у нас тут. Ай, это то же самое. Я думал, там другой спецнабор будет. Ну что, я думаю, что его стоит купить. 10 баксов, поехали. Так, хорошо, 4000 золота. Так, тут мы берем фаербол. Тут мы берем печку. Фриз возьмем. Летучих мышей, наверное. Без разницы. Мегаминьон. Так, дальше. Ох, принца возьму. И новые легендарки, друзья. Новые легендарки. Тоже надо сделать скриншот быстрее. Ай, а не успел, нормально. Так, лава или магический лучник, блин. Лава или магический лучник. Лава шарма, не-не-не, в топку лаву. Давайте магического лучника. Все-таки сплэш урон не помешает, что-то придумаю. Я придумаю, куда его запихнуть. Вот, я думаю, что вместо чего-то можно будет его закинуть. Короче, друзья, подписывайтесь. Стрим сегодня будет на основе. А завтра, скорее всего, уже будет на Хабибе. Но стрим будет не на этом канале, а который в описании. Подписывайтесь. Спасибо всем за просмотр. Желаю удачи. Скоро увидимся. Пока!